самый волнительный момент был не столько регистрация в ЗАГСе, сколько тот момент, когда я ждала, когда Дима зайдет меня и увидит. Вот. Я волновалась, наверное, больше, чем перед первым свиданием. Sunshine through the window pane. Hear music when you speak my name. There's a rhythm of a life here in the moment. А я Диму на самом деле загадала. Я просто однажды себе написала, какой должен быть мужчина моей мечты. И забыла про эту запись, положила ее. Потом все совпало. Готов с ней прожить всю жизнь, завести кучу детишек. И вообще, это та девушка, которую я всю жизнь искал. Очень серьезный и сказал мне: я хочу построить семью и, мол, рассчитываю на тебя. Я подумала, нет, я не подумала, я вообще не думала, я просто ему сказала: ну погнали, и все. А на пятое свидание она переехала ко мне жить. Palm trees in the breeze. You're the sweetest thing I've ever seen. Sand at my feet, ocean after that. Silver light of the moon dancing on the waves. Oh, 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 oh. You're the sweetest thing that I ever did see. Like a bird taking wing, but tears that set you free.